Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Peugeot 407 2005 года выпуска, двигатель 1.8, коробка механика. На этом автомобиле сегодня мы заменим один ролик приводного ремня, большой ролик, который упорный, не натяжной. Мы заменим оба ролика, и натяжного, и упорного. Открываем капот и смотрим. Вот они, наши оба ролика, которые мы будем менять. Вот этот верхний ролик — это натяжной, нижний ролик — это обводной. Обводной больше диаметром, натяжной меньше диаметром. На обводном ролике болт с нормальной резьбой, а на натяжном болт с обратной резьбой. Ключ на 16. Сейчас берем натяжной ролик, поднимаем вверх и скидываем ремень. Но перед этим зарисуйте схему, как стоит ремень. Или же, может быть, есть схема у вас. Чтобы потом не гадать. Одеваем накидной ключ. Болт здесь выступает за ролик. И скидываем ремень. Теперь берем этот же ключ, разворачиваем его и откручиваем ролик вниз часовой стрелки. Вот так уже износился ролик. Ремень человеку меняли, а ролик менять не стали. Говорит, нет у нас роликов. Откручиваем второй. Вот второй ролик, тоже изношен. Берем новые ролики. Натяжной ролик у нас будет фирмы Магнети Морели, номер его MPQ0390. Вот такой вот ролик. Обводной ролик у нас будет оригинальный. Номер его 575-160. Да, 575-160. Это вот обводной ролик. Но интересно, что с новым роликом идет болт. Под биту. Но мы его ставить не будем, мы поставим старый болт, который у нас под ключ.
переставил я старый болт со втулкой. Втулка здесь имеет три удара кирном квадратным. За счет этого мы ее можем как бы навернуть, что удобно, у нас болт не упадет и не надо будет там ловить. Опускаем и наживляем. Затягиваем. Так, все, обводной рулик мы натянули. Переставили болт на натяжной рулик. Устанавливаем его и наживляем. Второй ролик мы тоже затянули. Теперь берем, накидываем ремень мы установили, ролики мы заменили. На этом все. Всего вам доброго.